Новый, современный, надежный рентгенаппарат в Центральной районной больнице – настоящее ноу-хау. Он не только обнаруживает переломы и патологии, но и обладает феноменальной памятью. В базе данных теперь есть все изображения. Даже если пациент вдруг сломает руку в Москве, врач сможет увидеть его историю болезни через единую систему. Сейчас к ней подключаются специалисты из рабочего поселка Ишеевка. Функций очень много, мы еще даже со всеми не разобрались. Так что можно еще учиться и учиться. А по сравнению, конечно, с аналоговыми, ну, это не небо и земля. Одна из функций – цветокоррекция. Ее специалисты уже освоили. Даже если снимок получился нечеткий, можно добавить контраст, настроить световой баланс. Само изображение теперь сохраняют в цифровом формате. Это сократило время самой процедуры и затраты на расходный материал. Поскольку для того, чтобы сделать аналоговый снимок, требуется сделать непосредственно фотографию. Лаборант относит это в лабораторию, проявляет. И только после этого человек получает на руки снимок. Сейчас это все полностью занимает порядка 10-15 секунд вместе с укладкой пациента. Рентгенаппарат отечественной сборки. А потому, если вдруг выйдет из строя, детали обновят без влияния западных санкций. Купить оборудование помогла программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». По ней же в 2023 году проведут ремонт второго и третьих этажей поликлиники. Также построят модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Елшанка. Александра Никитина и Герман Баранов. Ул-Правда ТВ.